Добрый день! Сегодня мы узнаем, что ожидает вас на пути разработчика в атомной отрасли. Уверен, вы наверняка знаете, что данная отрасль развита у небольшого количества стран и у нас находится на очень высоком уровне. Атомная энергетика является одним из самых чистых способов добычи энергии. В нашей стране работает большое количество организаций, объединенные госкорпорацией «Росатом», которая как раз является партнером этого профиля. Во всех этих предприятиях и организациях «Росатома» нужно создавать специализированные программные средства. Интересно направление, конечно, легким трудоустройством, причем в любом регионе нашей страны. Преподают на занятиях реальные практики, а также регулярно проходят мероприятия, причем специально для студентов данного профиля. Например, в прошлом году ребята участвовали в Олимпиаде AtomSkills. Давайте посмотрим основные дисциплины. В ходе обучения вы сможете посмотреть, как действует инженер, менеджер, немножко аналитик и даже специалист по роботизации в атомной отрасли. Каждая компетенция позволит понять будущую специфику работы в организации. Выпускники профиля в среднем за 10 лет проходят следующий карьерный путь. Инженер, менеджер, эксперт и архитектор IT-инфраструктуры или системный аналитик, специалист по роботизации бизнес-процессов и проектировщик информационных систем. И, конечно, все это совместно с госкорпорацией «Росатом». Количество бюджетных мест доступно по QR-коду. Обратите внимание, что у профиля повышены пороговые баллы для подачи документов. Если вы искали необычный путь, связанный сразу с будущим трудоустройством, то вот он.